украшения на стенах, а в мозаичную мастерскую. Сначала художнику надо написать живописную картину, чтобы было понятно, что в мозаику переводить. И размер картины должен быть целиком такие, конечно, набирать выше, будет тяжело и много. Поэтому берется большая картина, на нее накладывается картон с ее контурами и все разрезает на небольшие детали. То есть крупные мозаики делают частями. Мозаичист смотрит на часть картины, подбирает стеклышки по цвету и наклеивает на картон с контурами. Набравшись работы и сверху смазку цементом забивает. А в цемент вставляют металлические решетки, за ней будут вешать листы. Когда цемент вертел, блок переворачивает.